прям. Ну, слушай, ну следили сезон, нормальный сезон. Конечно, слежу за всем. Слушайте, ну вы это же нормально раскручиваете, говорите. Нет, как, там, что ну, как вы как болельщик, я имею в виду, как, ну, какая эмоция у вас была? Да какая эмоция? Эмоция у меня простая. Хочешь стать чемпионом, надо этого хотеть. Вот и все эмоции. А кто не хотел про Динамо? Да я при чем здесь про Динамо, при чем здесь про Краснодар, там у него был шанс. Вопрос в другом. Кто хочет, тот становится. Я в спорте большую часть жизни провел. Понимаете, я знаю, что такое легко. Саша, он хочет стать олимпийским чемпионом. Он хочет, он им стал. Это так просто с неба не падает. Понимаете, вот и все. Что вы меня спрашиваете? Я ж не буду здесь про... Это и у каждого есть свои стратегии развития там и прочее. Виталий Ильич, ну не скучно, что 6 раз подряд Зенит? Да дело не в этом, скучно и скучно. Кому скучно? Им не скучно, болельщикам Питера не скучно. Все они рады, довольны и счастливы. А поэтому у каждого свои цели и задачи. Вы спрашиваете, я не знаю, у каждого должно быть, у клуба, у каждого должна быть своя цель. Она должна быть клуб, должен быть тренер, должна быть команда, должны быть болельщики, должно быть какое-то стремление к чему-то. Каждый ставит. В некоторых городах в Италии там маленький клуб, у него задача все время быть в премьер-лиге, к нему приезжают Гранта, Ювентус, нас. В принципе, какая у тебя цель? Ты распишь своих москитоников, делаешь. То есть, поэтому клубы должны у каждого свою какую-то концепцию рассказывать. Вот что он хочет. А не просто ради этого менеджера, который там занимается на покупках там бизнесом. Ой, простите, пожалуйста. Поэтому нет ощущения, что вот Спартак с уходом Леонида Арнольдовича как будто бы вообще тут откатился с первых позиций. Ну, слушайте, Леонид Арнольдович просто не прятался. Ведь вопрос в чем? Я еще раз говорю, для развития клуба любого есть какая-то, ну есть веками. Футбол столько лет, он в чем-то что-то придумывает. Мы вам даже придумаем до вас. Да, вот кубок мы там, я совсем не могу понять, там систему, проиграл, систему. Да, проиграл, еще раз можешь и выиграть кубок. Два раза проиграл, кубок выиграл. Видите? Ну да, в борьбе я знаю, там утешительные. Вот. Я знаю, финал, чемпионе есть, Лига чемпионов. Третье место по группе идешь в нижний сезон. А вот потому все везде. Везде. Если Леонид Арнольдович, он все ошибки допускал, там, делал что-то. Но он любил и. И он был на первом плане. И ты все время должен что-то рассказывать, что ты делаешь. Mm-hmm. Зачем? Ты же просто, понимаете, вот у нас и тезис это убрали. Я все время говорю, футбол больше, чем игра. Она не принадлежит ни федерации, ни лиге, ни клубу одному, ни футболисту. Она принадлежит всем. И болельщикам в том числе. Поэтому надо активнее это все рассказывать, двигаться. А можно по демографии? Ладно, все, давайте со своим...